Partner of the Europe Days 2012 in Moldova, Orange. Официальный партнер Дней Европы 2012 в Молдове, компания Orange. День Европы – это ежегодный праздник мира и единства в европейских странах. Впервые на таком высоком уровне этот праздник был организован в Гагаузии 19 мая. В этот день на центральной площади Комрата были размещены палатки дипломатических миссий Европейского Союза. Жители и гости столицы могли познакомиться с культурой, традициями и обычаями европейских стран. Генеральным спонсором и надежным партнером в организации этого праздника в Гагаузии выступила компания Orange. На праздновании Дня Европы она представила свои услуги и продукцию. Сегодня разыгрываются призы при пополнении счета от 100 лей и выше. Проводится лотерея билетов на еврофутбол. То есть человек, если пополняет на счет на 100 лей, он автоматически участвует в розыгрыше билетов на еврофутбол. Акция проводится 5 июня, об этом клиентам оповестят. Компания Orange является мировым ведущим европейским брендом, который был запущен на рынке Молдовы 5 лет тому назад. Она не перестает удивлять своих клиентов новыми предложениями, опциями, тарифными планами и другими мероприятиями, которые предназначены для улучшения качества мобильного общения клиентов. Насколько эта компания имеет успех у комрачан, мы поинтересовались у клиентов, которые пользуются услугами Orange. Пользуюсь Orange 4 года уже. Как бы и не хочу менять. Она меня устраивает во всем. И связь хорошая. Ну, пользуюсь уже более 4 лет. Качество связи хорошее. Надеемся на, скажем, лучшие тарифы. Чтоб все взяли оранжево, больше ничего не могу сказать я. Пользуюсь 4 года, наверное, Orange. Связь хорошая, нравится. Все друзья как бы пользуются Orange, поэтому нам выгоднее Orange пользоваться, чем остальными. На празднование Дня Европы в Комрате компания Orange организовала также для детей настольный футбол, в который с огромным азартом играли не только дети, но и взрослые. Да, хотел бы я тоже еще поиграть в эту игру. И в городе у нас есть, все играют, интересно, там нужно быть шустрым, быстрым таким, чтобы быстро руками двигаться и играть. Ну, в него играть как бы руками, там ногами нельзя. В одной команде 2 человека, в другой команде тоже 2 человека. Всего 4. На официальном открытии праздника Дня Европы в Комрате 19 мая приняли участие министр иностранных дел Республики Молдова Юрий Лянко, башкан Гагаузии Михаил Фармузал, председатель Народного собрания Гагаузии Анна Харламенко, примар столицы Комрат Николай Дудогла, глава делегации Европейского Союза в Республике Молдова Дирк Шубель, а также послы из 9 стран-членов Евросоюза. Официальное открытие праздника было сопровождено салютом из шаров и 3 гимнами Европейского Союза, Молдовы и АТО Гагаузия.